Из них наигрался, наверное, уже. Да и к тому же вы все это видели. Давайте что-то новое смотреть. Что будет выходить, сейчас поймем. Хищники, яд, ледник. Ледник был. Хищники, по-моему, не играл я. Призывателей 6 штук не показывал, кажется. Подрубила меня с телефона, но клево. Буду в твоем телефоне теперь. Ты тратишь мое время. Давайте хотя бы какую-нибудь синергию нарисуем. Так, чисто для приличия. Типа мы приличные. Серафим. Так, собралась маленькая свинка зеленая. Ты чем делаешь с этого скилла? Кстати, у него 40 маны всего. Какой-то он слабый, 125, это что такое? Ну, 275. Такое себе. Он травит ядом, да, еще? Тьфу, сразу, в никуда. Кугмау сильный уже в Т2, блин, не в курсе. Ну в курсе, братишка. Где он там, когда сильный? Фул хранителей пробовал. Пробовал, не зашло, братишка. Там маги разносят просто в пух и прах. Ну и плюс пустыня приходит, и твои фул хранители получаются не фул, а как будто у тебя всего 4. Срезают гады. Хищник. Стоп, я могу хычников поставить, да? Ну ладно, в другой раз. Кугмаш, Володя. Нужен мне Володя? Не, не нужен мне Володя. Кугмау мне не нравится. Чё так Кугмау не понравился? Но он заходит как дурной просто. А, стоп, я же должен был кого-то поставить, да? Окей. Тебя и тебя. У меня есть хычники теперь. Я хычник. На Нику лучше собирать, ну АПшку, то есть там Рабадончики, вон тут же Серафимчик, Морелка может быть. Нику клевая. Если еще там лес друид приходит, то Ника может раздвоиться, и это будет прям разнос. Золотая Нику душит. Стелс, привет, братан. Нынче не работает full stack чего-то, в текущем варианте всегда есть пара-тройка дополнительных эффектов, и это круто и вариативно. Согласен, Стас. Согласен, братан. Наверное, Кугмашу нужно каких-нибудь луков там накидать для скорости атаки. Блин, он же хищник, ему, наверное, рунан бы здорово зашло.
То есть он в две цели может, если что, куснуть и шотнуть. Ну вот будешь ты мне перед носом маячить, тральбан. Нужен яд еще, да? На самом деле можно прям вот подглядывать и отсюда что-то доставлять сильное. Кристалл фуфло. Хотя сканер неплох. Ой-ой-ой, по бумажной ходу. Сталь можно, наверное, докинуть. Кто там есть? Ну, не совсем. Я, наверное, буду заходить в яд. И хранителя доставлю. Попробуем чем-нибудь такое. У меня стрим-снайпер. Нет, это не стрим-снайпер. Это человек меня позвал в группу, и я с ним пошел. Так было. Погмаш души. Так, собака мне не нужна. Насос, если честно, мне тоже не нужен. Будем освобождать деньги и ролить Когмаша пытаться. Ха. Но Когмаш, смотрите, 2800. Ему добавить скорости, и будет красиво. Мальзахар, с кем может играться? С Сионом. А зачем мне Сион? Киндреткой. Киндретка может быть под твича. Попробуем лучше еще архангела собрать. Чисто будет плеваться. Заблюет все поле, да? Тошнотик будет. Проголодался, малыш. А мне кто-то нужен здесь еще? Мундо, но это очень далеко. Это очень далеко. Хищник, хищник. Хищник на хищнике. Зайрон, Насос. Хищник, хищник. Может, ему будет лучше Рунаан? Кугмашек у меня. Золотой Кугмаш. И потом доставим вот этого паренька, да? Собака золотая. Мундо, офигеть, на пятом левеле, окей. Что-то у него с уроном такое себе. Как мало. Всего лишь 1000. Окей.
Тарика добавить, кристалл хранить. Отстань, блин, хорошо же за уроном шла. А как ее шотнули? Я сейчас не понял. Как ее шотнули? 3-300 в этот раз. Окей. Скучновато в новом патче? Серьезно? Не знаю, мне нормально в новом патче. Так, а вармошку кому отдать? Собаке? Золотой. Или Рексайке? Рексайка чистым уроном кусается. Вообще Скарнер крутой танк, если его собрать. Щиты, вармок хиляет, потом опять щиты, вармок хиляет. Проблемный парень. Скарнера, кстати, я не собирал еще. Ну блин, до конца не изучил, уже пишешь скучно. Столько разных механик. Это здорово, что ты не понимаешь, какая связка сильнее всех. Это только плюс для этого патча. Руна Анхача. Не мешай за зеленым луком. Иду за зеленым луком, не мешай. Тогда были дебоширы, но не сказал бы, что они были сильнее всех. Были связки не посильнее, чем дебоширы. Скарнер кристаллу минус урон. Во, тема. Нормальный вариант. Рексайка может быть золотая. Собака может быть золотая. Опасные мы, ребята, я вам скажу. Принцесса яблоков, яблочная принцесса, или как там правильно, частенько, кстати, попадается. И вроде бы тащит. Молодец. Молодец, девчонка. Призыватели очень крутые, мне нравятся. Их много в какие комбинации можно замешать. Некого скинуть. 1-0. Окей. Ну, пока что живем, скилим голду. Сейчас будем ролить золотую собаку и золотого Рексайку. Будет здорово, если Скарнер золотой. Хочу золотого Скарнера. Кугмау сразу встречает таким хорошим, смачным харчком просто. Врагов. В итоге смотрите, как хищники душат. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Ноктюрн, металл. Едем на автопилоте с вами, чилим.
Убийца великанов даст, кстати, Когмашу дамаг. Пусть будет. Мы на самом деле можем просто стянуть вниз, ребят. Хе. Нормально он убийцу припарковал. Эй, встань, скафандр, встань, говорят тебе. Мундо. Иди к Мундо. К бою готов. Ник призыватель. Полтос, нормально. Деремся. Дианку, Дианку души, Когмаш. Яша, привет. Ха. 5400, офигеть. Неплохо он там шотать начал. Немножко до собаки. Да-да, я знаю, что у меня ускорение пустует. Я просто пока не придумал, кого туда поставить. То есть у меня либо это по позиционке должно пустовать. Одно из двух. Ну, давай сделаем вот так, окей. Просто здесь иногда блокируются персонажи неприятные. Остановили нас, да? Окей. Нам нужна одна собачка. Блин, я чувствую, что нам апаться надо. На 6-й левел, иначе у нас проблемы с местом будет. Мунду продавать не хочется. Чё у нас там по предметам? Блин, хочу сканеров предметы. Так, иди отсюда. Один Рексайка, да? Не. Ашу надо бы забрать. Так, иди отсюда. Беги от мороза. Беги от морозок. Мундо. Мундо, терпи. Скоро и до тебя дойдет очередь. Скарнер, ай-яй-яй. Ай-яй-яй-яй. Блин, мне нравится этот тип. Этот тип мне нравится. Ладно, а что потом соберу?
Ой, у меня залочено было. Зараза. Есть собака. Появилось место ролица. Есть Рексайка. Тема. Так, кого нам осталось? Скарнера, да? Скарнера добавить. Душит меня. Наут. Скарнер. Один скарнер остался. А, тапнулись, да? Окей. Окей. Можно, кстати, Ашу поставить. А сюда Мундо. Типа кристалл. Окей. А, стоп, я же могу апнуться и вот этого паренька поставить. У меня будет яд. Блин, нужен скарнер один. Дайте скарнера. Дайте скарнера, чтобы стример успокоился. Дадите. Скарнера человеку. Скарнера. Неплохо. Четверых наролил, офигеть. Окей. Так, это нам не нужно. Жестко. Иван, привет. Так, наверное, Скарнер будет один из самых живучих персов, поэтому дадим ему искру. Тут тоже золотые наролились, ай-яй. Ай, промахнулся. Лед душит золотой Эзра, офигеть. Стример на кидах. Есть такое. Не хватило одного перса, знаете какого? Вот такого. И вообще он читер отключил мне, короче, моего основного персонажа АДК. Читарок, смотрите. Читарок. Это... А, это же стрим-снайпер, подождите. Это же стрим-снайпер со мной. Душит моего Кугмала, смотрите на него. И не стесняется при этом. Надо за ним следить. Надо следить за ним. Кого сюда можно добавить? Можно добавить, наверное, лед. Кто там у нас из льда есть клевый? Эзер, может быть. Может быть, Олаф. Могут быть берсики. Было бы здорово Сиджета добавить. Четвертый яд, да? Четвертый яд. Так, две лопатки и Мундо. Я просто хочу поскейлиться спокойно. Я не вижу каких-то прям очень клевых предметов. Давайте спокойненько поскейлимся. У нас стенка довольно-таки плотная. Два Мундо и три персонажа серебро. Точнее, золото. Должны держать сюда.
Было бы забавно еще Мунда накрутить золотого. Очень забавно. Окей, давайте твича соберем. Твич мастер клинка. Блин, надо было, наверное, перчатку забрать. Да, нужно было забрать перчатку. Либо перчатку, либо вот эту тему. Либо эту, либо эту. Ну, 50 человек, нифига себе, друзья. Подписывайтесь. Кто первый раз посетил канал, подпишитесь, пожалуйста. Если не трудно. Так, здесь у нас скорость атаки, да? Я думал Олафа добавить. Скорнер 216 с руки в лупасе. Зед, отстань. Зед, отстань. Отстань, собака такая. Съели. 4800 рексайка, офигеть. Не спас серебряный Зед на читах. А че я Олафа не купил? Кто знает? Кто знает, чего Олафа не купил? Типа не нужен был? Спасибо за подписочку. Так, это у нас топчик, да? Топчик нас боится стопудово. Израилем целится. Да. Как бы попасть в этого стримлера? Войну отравил, ты прикалываешься. Больше некого было. Отдадим Скарнеру гипертанк. Я не знаю, зачем мне Эш. А, она Скарнеру баф дает, окей. Мы зачем-то в Скарнера играем. Хотя, может быть, Рексай поинтереснее. 900 чистого урона. Стакается быстро. Наролить и вот эту малышку. Прячемся от стрим-снайперов, как можем. Малыш держит удар. Малыш Скарнер держит удар. Окей.
тоже такой не слабый парень, да? Очень не слабый. Тарик. Я их разобью. Так, пойдемся на восьмой. На восьмой. Все на восьмой. Все идем на восьмой. Ой, блин, тут стан, да? Застанили как Маша. Много нахапали здесь. Живем? Живем. Тарик пошел летать. Блин, то с одной стороны меня зажучит, то с другой стороны меня зажучит. Да и жучит. Хватит. Сколько можно? Тиберс, отстань. Блин, а чё ко мне так и не зашла, как ее звать, Аша, в гости? Аша так и не пришла. Я тоже за этим бежал. Окей. Возьмем девчики. Я знаю, что Фокс задумал. Он хочет, короче, мне всех отключить и затащить. Знаем мы такие штуки. Сиджет пришел. Ой, дихлофос так рано умер. Хороший дихлофос был. Так, Фоксика мы убили. А что мне забрать? Кристалл, да ладно. Ай-яй-яй. 4 кристалла. Друзья, я это нарежу. Я это нарежу, это будет завтрашний видос. 4 кристалла — это тема. И Ашу добавляем. Ну, я понял, что он хочет сделать. Какие у него мысли и желания. Пусть скажет спасибо, что я Мунду не апну. Только капну, Мунду будет знать. Тетенька. Ну что, друзья, на этом, наверное, и наш стримчанский подходит к концу. Собственно, если впервые на канале, обязательно подпишитесь, не забудьте. 58 человек смотрит. Всем большое спасибо за интерес к моему скромному творчеству, если это можно так обозвать. Назови идеальный ролл. Так и назовем. А на этом все. Подписывайтесь, колокольчики. Вот это вот все. Всех обнял.
Буду выкладывать свою сынишку. Пока-пока, друзья. До завтра.